Здесь мы рассматриваем систему придачи с начальными условиями 2. И то есть задача каши 1-2 определена на множестве омега 2. И вот исследование разрешимости задачи каши 1-2 основано на методе Дорна. Так же, как в работе 1, это уфимский математический журнал, мы определяем условия вакансии разрешимости задачи каши на схему вида 1 с начальными условиями 2. Определены условия вакантной разрешимости задачи каши, при которых решение имеет такую же гладкость, как и начальные функции фи1, фи2. И также определены условия невакантной разрешимости, то есть для конечного промежутка мнения от меня.